Всем привет! С вами Inform TV. Родственники Людмилы Гурченко отказались от ее наследия. Сергей Есенин, пятый муж звезды, присматривает за квартирой. Он переживает, что после его смерти наследие Людмилы Марковны может остаться без хранителя, ведь внучка и правнучка там даже ни разу не были. Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки, комментируйте. У Людмилы Гурченко, скончавшейся в 2011 году, осталось очень мало родственников. Последние годы она жила вместе с пятым мужем Сергеем Сениным. Как вспоминает супруг звезды «Карнавальной ночи», после ее ухода было немало проблем, связанных с ее наследством. Дочь Гурченко, Мария, хотела долю в квартире, где сейчас организован памятный музей Людмилы Марковны. Цитата. «Она ведь не понимала, когда я много на эту тему с ней разговаривал. Говорил, что Маша, это все нужно сохранить, не разбазарить. Мне удалось отстоять почти все, что здесь сохранилось. Это стоило мне очень большого здоровья, больших усилий, больших, неподъемных, к сожалению, финансовых проблем», – рассказал Сергей Есенин. Однако Маши не стало в прошлом году. Она скоропостижно скончалась от сердечной недостаточности. Из родни Гурченко в живых осталась лишь внучка Елена Королева и правнучка Таисия. Но, как говорит Есенин, они не заглядывают в дом артистки. «Я их не видел, не знаю. Никогда не были, хотя были приглашены», – делился Сергей. В квартире Гурченко хранятся наряды от именитых дизайнеров, стоимость которых составляет от 100 тысяч рублей. Также у Людмилы Марковны есть коллекция предметов из уранового стекла. Цитата. «Это уникальное стекло. Мария Кюри открыла радиоактивные свойства урана, и это было практически запрещено. Вот это стоило $1000. Одна из самых крупных коллекций уранового стекла в России здесь представлена», – говорит Есенин. Стоимость билета в дом Гурченко стоит около 500 рублей. В месяц доход от продаж составляет около 100-200 тысяч рублей. Руководство музеем пока доверить некому. Сергей переживает, что станет после его смерти с наследием Гурченко. Цитата. «Время будет уходить. Мы все уйдем, но мы это сохранили. Меня не станет, кто будет это хранить? Ничего не известно. Так оно и разбросается. Кто-то будет продавать. Но зачем? Нет, лучше отдать в надежные руки. Конечно, это должно хранить государство», рассуждает муж Людмилы Гурченко. Есенин не живет в доме музея. Он снимает квартиру неподалеку, но является хранителем наследия покойной жены. «Есть такое ощущение, что мы сейчас все повернемся, и хозяйка выйдет. Как будто она вышла, но сейчас зайдет», рассуждает Сергей, рассказывает свои мысли журналистам. Подписывайтесь на канал, если вам есть что сказать. Мы будем рады увидеть ваши комментарии.